Жду ваши циферки. Отлично. Отлично. Вижу, что слышно. Угу. Огонь. Огонь, отлично. А, давайте по традиции сделаем перекличку небольшую, перекличку городов. Какие города с нами? Я сегодня вещаю из Сочи. Замечательная погода, замечательный город для жизни, для работы, для бизнеса. Какие еще города с нами? Пермь, Воронеж. Ой, обожаю этот город. У меня папа родом из Воронежа. Сочи, Тула, Иркутск, Кострома, Ессентуки. Ай, даже не успеваю, Орехово, Зуево, Тюмень. Оса, Пермь, Львов. Львов, Алматы, Ставрополь, Саратов, Ессентуки. Ессентуки. Отлично. География у нас просто замечательная. География у нас просто замечательная. Тамбов. Да, ждем буквально еще одну минуточку. Уфа, Курск, Тверь. Ребята, всех приветствую. Всем классного, классного дня, недели. Краснодар, Тверь, Узбекистан. Все, у нас международная команда. Украина вижу тут. Краснодар, Екатеринбург. Пашкова, Краснодар, Ирпень. Где это? Где это? Напишите, пожалуйста, где этот замечательный город? Ирпень, Санкт-Петербург, Сургут, Воронеж, Тюмень, Йошкар-Ола. Йошкар-Ола, Элиста, Владикавказ, Калач-на-Дону, Волгоградской области, Украина, Днепр. Шикарно. Липецк, Украина. Все, огонь. Ребят, география потрясающая, Рязань. Все, всех приветствую, всем доброе утро. Ребят, у нас сегодня с вами такая очень интересная тема, которую я в свое время долго не мог принять. Я человек по своей натуре, карьерист, достигатор и так далее. Думаю, ну что же за карьерная лестница такая? Зачем это надо? Пришел в бизнес, деньги зарабатывать. И тут есть карьерная лестница. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто не понимает, что это и зачем это нужно. И поставьте десяточки, те, кто полностью на 100% знает, как работает карьерная лестница и зачем она нужна. Давайте с вами проверим. Пятерочки, кто не до конца понимает, что это за штуковина. И десяточки, кто проникся до конца. Угу. Отлично, отлично. Угу. Вижу, у нас пока примерно 50 на 50. Супер. Вижу, вижу. Угу. Окей. Все, ну, примерно 50 на 50, ребята, это очень круто. Вот, молодцы. Давайте сегодня будем с вами вместе не то что разбираться, я помогу вам разобраться в этой теме. Я проникся полностью этой историей. Активно сейчас развиваю свой бизнес, исключительно исходя из принципов построения команды через карьерную лестницу. И сегодня я постараюсь максимально подробно вас погрузить в эту тему и влюбить. Поехали. Сегодня мы с вами поговорим о финансовых возможностях через призму карьерной лестницы. Ну, не только о финансовых возможностях, а в принципе, да, о глобальном построении бизнеса с компанией Global Intellect Service в партнерстве. Так, сейчас пойму, как переключаются слайды. Прикольно, они немножечко поползли, но ничего страшного. Хочу начать презентацию со своего отношения к карьерной лестнице. Что это для меня? То есть карьерная лестница в ГИС равно же статус, да, вы можете слышать разные формулировки, трактовки этой истории. Очень часто, да, у нас звучит статус, закрытие статуса, подтверждение статуса. Так вот, для меня карьера в ГИС – это показатель стабильности, динамики развития, масштаба моего бизнеса и масштаба моего бизнеса с возможностью принимать участие в развитии продукта и компании на международном рынке. Поставьте, пожалуйста, восьмерочки, у кого была мечта или, наверное, во всей жизни
или в партнерстве с компанией быть причастным к чему-то вот глобальному. Вот прям глобальному, причастным. Ты идешь, видишь, и ты понимаешь, что ты свою руку вот к этому приложил, и прям мурашки так по телу бегут. Вот, и есть единомышленники какие-нибудь со мной? Супер, вижу. Ребят, сейчас я испытываю огромнейшее, колоссальное удовольствие. Я немножечко расскажу о себе. Меня зовут Валерий Ольшанский. Я являюсь партнером компании Global Intellect Service практически уже 4 года, без 2 месяцев. Я нахожусь в статусе директор 2-го уровня. И вы не представляете, какое это неимоверное удовольствие, когда я сейчас иногда по Москве иду с сыном, вижу какую-то компанию, наклеечку UDS, и я точно понимаю, что я имею непосредственное отношение к развитию этого продукта. Я вхожу в департамент по развитию продукта уже около года, у меня более 50 проданных лицензий, с моей помощью закрыто. Точно больше 500 сделок по лицензии. Мне что-то кажется, уже перестал считать, но, скорее всего, эта цифра приближается к 1000. У меня на сегодняшний день большая активная команда, несколько директоров в команде. Короче, все классно. 4 года назад, я когда слушал выступление, мне казалось, вот ребята, там 2-3 года в бизнесе, 4, конечно, у них, да. На это на все нужно очень много времени. Но также вот разобравшись в теме сегодняшнего вебинара, я закрыл статус директора 1-го уровня спустя 1,5 месяца после приобретения франшизы, да, Global Intellect Service. И, соответственно, все, я зашел в эту динамику и с того момента не прекращаю кайфовать от нашего бизнеса и от компании, и от маркетинг-плана. Ну что ж, поехали. Соответственно, что такое карьерный рост в нашей компании? В нашей компании есть разные виды вознаграждения, то есть те направления, делая которые мы зарабатываем деньги. Так вот, один из ключевых видов вознаграждения – это командный бонус. Командный бонус срабатывает у нас при закрытии финансовых циклов. То есть, когда у нас в левой команде, в правой команде проходит определенный товарооборот, у нас схлопываются финансовые циклы, и в соответствии с количеством финансовых циклов, которые проходят, каждый партнер получает определенный статус в компании, то бишь рост по карьерной лестнице. Карьерная лестница довольно широкая, она начинается с 5 финансовых циклов. Вот, соответственно, финансовые циклы в закрытии статуса считаются за 1 финансовую неделю. Финансовая неделя в нашей компании начинается с 10 утра субботы и заканчивается 10 утра субботами следующей недели. Соответственно, статусы, закрытие статуса начинается от 5 закрытых финансовых циклов и заканчивая 2000 финансовых циклов в рамках 1 финансовой недели. Ставьте девяточки, кому понятна вот эта история, концепция, сейчас будем ее доразжевывать. Я сегодня буду акцентировать свое внимание на нескольких принципиально важных, на мой взгляд, статусов нашей компании со звуком. Ага, девяточки вижу, есть, отлично, значит, со звуком у нас все хорошо. Есть несколько принципиально важных статусов в нашей компании. Первый статус – это менеджер 3-го уровня. Это, наверное, тот первый статус, который важно закрыть и понять базовые принципы, как работает вся эта система, как зарабатываются деньги и как начинается карьерный рост нашей компании. Статус менеджер 3-го уровня присваивается при закрытии 20 финансовых циклов в рамках 1 недели. Чуть дальше мы с вами разберем подробнее, как это происходит. Следующий важный статус, очень важный, это региональный менеджер. Региональный менеджер присваивается при закрытии 40 финансовых циклов. И следующий такой глобальный, но очень-очень-очень важный статус – это директор 1-го уровня. Этот статус открывает множество финансовых, дополнительных финансовых возможностей в нашем маркетинг-плане. Ну и, безусловно, далее статус председатель совета директоров, акционер, премьер, гранд-премьер и так далее – эти статусы тоже дают определенные привилегии, то есть каждый статус в компании, он влияет на те или иные показатели, на те или иные возможности, которые каждый партнер получает в партнерстве с компанией.
Imperial Premier, да, тоже отлично. А, кстати, пока можно здесь написать в чате, кто какой статус, какую цель вы себе поставили на текущий спринт. Как мы знаем, у нас спринты по полгода. Сейчас наш спринт с вами продлится до февраля 2022 года, до итогов года. Окей, идем дальше. Давайте с вами разберем базовые вещи, как же закрываются все-таки статусы в нашей компании. У нас с вами есть структура. Есть структура, есть бинар. Думаю, что все знают эту историю. Сейчас пройдемся для новичков, как работает эта тема. Смотрите, у нас есть два отдела продаж. Есть левый отдел продаж, есть правый отдел продаж. При появлении в одном из ваших отделов продаж, это может быть левый или правый, не имеет значения, какого-то партнера, ну, будем разбирать сегодня примеры на VIP-пакетах, с каждого зарегистрированного VIP-пакета в вашей структуре вам в соответствующую команду приходят 20 PV. Да, это бонусные баллы, которые ведут учет товарооборота. Вот здесь они у меня отображаются. Что же происходит дальше при развитии и росте вашей структуры? Допустим, появляется в вашей команде еще один партнер, соответственно, у вас в этот же отдел продаж, вот если он размещен таким образом, в этот же отдел продаж у вас приходит еще 20 бонусных баллов, и таким образом в левой команде у вас собирается перелив, так называемый, 40, уже 40 бонусных баллов, 40 PV. Они приплюсовались к тем 20, которые были сначала. Что же происходит далее? Сейчас моделируем историю закрытия бонуса быстрого старта. Это тот бонус, который на старте очень важно забрать, заработать денег, окупить свои инвестиции и также получить уже доход. Да, X2 – очень интересная тема. То есть это могут сделать все абсолютно новички на старте в нашем бизнесе. Далее, при регистрации другого партнера, уже в другую ветку параллельную, допустим, если у вас две регистрации прошло здесь, хотя вы размещать их можете как угодно, исходя из стратегии построения своего бизнеса, как вы простроили его изначально, при появлении другого партнера в другом отделе продаж, к вам в правую ветку приходят 20 бонусных баллов. В этот момент 20 PV. Что происходит в этот момент? Система видит баланс 40 и 20, и она списывает 20 PV. У вас схлопывается 20 финансовых циклов. Вот в этот момент времени вы не только зарабатываете деньги, да, это очень важно и приоритетно в нашем бизнесе, но также у вас схлопнулось 20 финансовых циклов, и вы получили в компании по нашей карьерной лестнице статус менеджер третьего уровня. Менеджер третьего уровня. Вижу классные цели у ребят. Что же происходит дальше? Далее, при регистрации следующего партнера в другой отдел продаж, у вас также происходит начисление 20 бонусных баллов в другую ветку, у вас слева уже осталось 20, потому что предыдущие, да, из 40, 20 сгорело. Сейчас у вас система снова увидела баланс, и внимание, что здесь происходит в этот момент времени. Если предыдущее схлопывание 20 финансовых циклов и текущее произошло в рамках одной финансовой недели, то бишь с 10 утра субботы до 10 утра следующей субботы, то есть если у вас прошло 40 финансовых циклов в рамках одной финансовой недели, то у вас закрылся статус регионального менеджера. Возвращаемся. Когда у вас схлопнулось 20 финансовых циклов, вы получили статус менеджер третьего уровня. Далее схлопнулось еще 20. Если это в рамках этой же недели, то итого суммарно у вас получается 40 финансовых циклов, и вы получаете статус регионального менеджера. Если вот эту регистрацию и вот эту регистрацию разнести на две разные финансовые недели, то у вас произойдет закрытие статуса менеджер третьего уровня в рамках одной недели, и в рамках другой недели вы просто подтвердите статус менеджер третьего уровня. То есть в разные недели финансовые циклы не суммируются. Поставьте, пожалуйста, семерочку, кому вопрос понятен, и единичку, кому непонятно. Это принципиально важно. Давайте, жду буквально 20 секунд. Единичка, кому непонятно, семерочка, кому понятно, как эта история работает. Новички, мне очень важно новички. Угу, отлично, отлично. Вижу, что всем понятно, базовый принцип усвоили.
Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Дальше начинается очень интересная история. То, что финансовые циклы, наш доход и закрытие статусов можно делать не только собственными усилиями, а также через работу с командой. Я бы сказал, что это намного легче, намного эффективнее и кайфовее. Что происходит дальше? Когда у вас сформировалась определенная структура, это может быть 1, 2, 3, 5 партнеров, хоть 100 партнеров, неважно, кто-то из ваших партнеров в своей команде делает определенный товарооборот. Приведу на примере менеджера третьего уровня. Например, нашелся у вас партнер VIP-2, допустим, зовут его Катя. И Катя захотела тоже закрыть очень важный стартовый статус, почувствовать, как работает бизнес, и Катя закрыла себе статус менеджер третьего уровня. Что происходит? То есть у Кати зарегистрировался один партнер и второй партнер на два VIP-пакета. Кате пришло слева 20 бонусных баллов PV, справа 20 PV. Катя закрыла себе статус и заработала при этом денег. Но также вам с этих регистраций в левую команду пришло 40 PV. Понимаем, да? Один пакет, второй пакет, они в сумме дают 40 PV. Что происходит далее? В другой ноге, например, есть у вас партнер Петя. Петя тоже, соответственно, эту историю распробовал, хочет денег зарабатывать, регистрирует партнеров, и он сработал на закрытие статуса менеджер третьего уровня для себя. То есть зарегистрировал одного партнера и зарегистрировал второго партнера. Ребята, виден вам курсор? Потому что я вам так старательно показываю курсором, но не уверен, что вы его видите. Напишите, видно, не видно. Сейчас я около четвертого VIP-пакета им активненько вожу. Соответственно, что происходит? У Пети 20 слева, 20 справа, он заработал денег. Окей, тогда словами давайте понимать, надеюсь, что объясняю понятно. Ничего страшного. Соответственно, у Пети слева и справа прошло по 20 PV, система увидела, у него схлопнулось 20 финансовых циклов, он заработал денег, и, соответственно, он закрыл статус менеджер третьего уровня. Для вас система увидела, окей, рисовать не буду, поймете. Видите, у вас справа над VIP-пакетом появилось в правом отделе продаж тоже 40 бонусных баллов. Что в этот момент произошло? Вы закрыли статус регионального менеджера. То есть, смотрите, слева у вас партнер закрыл статус менеджер третьего уровня. У вас прошло 40 PV. Справа у вас партнер тоже закрыл менеджер третьего уровня. У вас с этой стороны тоже прошло 40 PV. Таким образом, уже за счет результатов и работы команды у вас за одну финансовую неделю схлопнулось 40 финансовых циклов. Что при этом, наверное, самая приятная и кайфовая история, то, что на этой теме вы заработали $1200, да, 40 финансовых циклов. И помимо прочего, вы закрыли или же подтвердили статус регионального менеджера. Как за счет команды закрывать эту историю, вкладываясь в результат команды, видим, да, как у нас зарабатываются деньги и как подтверждаются и закрываются статусы. Соответственно, теперь, понимая базовые принципы, как работает вот эта математика, математика схлопывания, мы можем посмотреть на карьерную лестницу, я думаю, что абсолютно другими глазами. То есть, по сути, понятная история, да, вот что мне лично на старте было очень понятно. Я понимаю, как закрыть менеджера третьего уровня. Да, один VIP слева, один VIP справа, все хорошо, я денег заработал, и у меня закрылся статус. Это реальная история, реальная задача. Я увидел, как можно закрыть регионального менеджера. Закрывая бонус быстрого старта, я могу сделать два VIP-пакета, с одной стороны, два VIP-пакета с другой стороны. Но когда я задумался о статусе директора, когда я задумался о статусе ПСД, акционера или гранд-премьера, думаю, да елки-палки, что же такое? В принципе, эти статусы, ну, невозможно в одни руки сделать этот товарооборот. И вот именно здесь включаются принципы, базовые принципы работы с командой. Когда ваша команда регулярно начинает работать на закрытие статусов для себя, для открытия определенных финансовых возможностей, автоматически у вас, как у лидера, появляется первое, это чек,
Да? Первое, это чек, вы зарабатываете деньги, получаете существенный доход. И второе, ваш статус начинает расти. Помните самый первый слайд, когда я говорил о своем отношении к карьерной лестнице в компании? То есть ваш статус – это в первую очередь показатель стабильности, масштаба и скорости развития вашего бизнеса. То есть если мы находимся в регулярной динамике самостоятельно, наша команда находится в очень высокой динамике, тогда ваши статусы, они безусловно будут расти без остановки. И статус директора, менеджера третьего уровня, регионального менеджера, акционера и ПСД можно закрывать хоть каждую неделю, используя эффект рычага, эту историю. Окей. Теперь перейдем к деньгам. Кому в этом бизнесе важны деньги? Напишите «я». Я хочу денег. Я хочу денег. И кто знает, как статус влияет на ваш доход? Как статус влияет на ваш доход? Напишите прям соточку как-нибудь, 100, там, 1000, единичку и много нолей. Как благодаря статусу можно существенно приумножить свой доход? Ой, красавчики, как приятно вообще утро понедельника, начиная с этих слов, вот такая энергия. Окей. Открою секрет, вижу, что немного этих цифр проходит. Маркетинг-планы, партнерские соглашения содержат всю эту информацию, но про лидерский бонус знают немногие партнеры, как показывает моя практика. Давайте разбираться, это шикарнейший вид дохода, который приходит, как правило, очень приятным нежданчиком и таким хорошим, увесистым нежданчиком. Как же работает лидерский бонус? Смотрите, что у нас есть. Мы с вами, бабло это мое, классно, мне очень нравится этот настрой. Соответственно, мы с вами разобрались, как работает командный бонус. То есть, когда слева и справа схлопываются пивишки, происходят финансовые циклы, мы на этой истории зарабатываем деньги и закрываем свои статусы. Но также есть очень важная тема, это лидерский бонус. Что это такое? Представляете? Вот я сейчас регулярно, постоянно работаю на результат команды. Я очень хочу, чтобы все мои партнеры зарабатывали хорошие, хорошие существенные доходы. Так вот, мой вклад никогда не пройдет просто так, и никогда не пройдет ваш вклад в развитие команды. То есть иногда мы наблюдаем историю, что левая или правая же команда начинает развиваться намного активнее, то есть появляется какой-то очень сильный лидер, который двигает этот бизнес, делает просто взрыв. А кто такой лидер? Это тот, кто работает без меня и лучше меня. И в какой-то из команд происходит очень существенный рост, развитие структуры. И командный бонус как-то прекращает вроде, ну точнее, хлопает, щелкает, но не так активно. Да, и, соответственно, фокусируя свое внимание на другом направлении или что-то, кто-то подозревает, что можно выключить фокус внимания с другой структуры. Но это не всегда так. Есть еще лидерский бонус, который не зависит от баланса, да, лево, право и так далее. Лидерский бонус – это 10% с бинарного дохода ваших партнеров, лично приглашенных. Бинарный доход – это командный бонус. То есть, когда кто-то из ваших партнеров, лично приглашенных, закрывает себе статусы и зарабатывает деньги на командном бонусе, то есть у него схлопываются слева и справа PV, он зарабатывает по $600, там, или по 300, или по 1200 и так далее, вы, как прямой куратор этого партнера, получаете 10% с этого дохода. То есть, на картинке изображено вы, как лидер, правее это партнер первого уровня, далее его партнеры для вас являются партнерами второго уровня, и их уже партнеры, лично приглашенные, для вас являются партнерами третьей глубины. Первого, второго и третьей глубины партнеры. Какие же есть возможности получения вознаграждения? Независимо от статуса, который у вас есть, вы всегда, абсолютно всегда получаете 10% с бинарного дохода ваших лично приглашенных. Но есть один нюанс, как говорится в этом анекдоте.
То есть, как я начал наш вебинар, статус в нашей компании – это не просто статус, не просто красивое словцо, но это история, которая влияет, существенно влияет на уровень вашего дохода. То есть, деньги – это лидерский бонус. В том числе, на этом слайде я привел пример расчета получения лидерского бонуса и открытия вам потенциала по этому виду дохода. 10% кому-то покажется много, кому-то немного, кому-то середнячок. Давайте посмотрим, что может получиться. Пример расчета лидерского бонуса в зависимости от статуса при еженедельном подтверждении структуры статуса М3. То есть, если каждый ваш партнер в структуре еженедельно закрывает статус М3, закрывает или же подтверждает, то есть находится в ресурсе и находится в хорошей динамике, ну что это такое? Мы понимаем, да, что один VIP слева, один VIP справа, справа это закрывает партнеру статус менеджер третьего уровня. Следующая задача какая? Научить этих партнеров делать то же самое. Это максимально простая задача, да, когда мы раскладываем по шагам, по полочкам. На этом слайде я не учитываю вашего дохода по бинару, вашего дохода по бинару. Что происходит? Если вы не имеете никакого статуса, вообще никакого статуса, либо имеете статус, но закрыли его когда-то давно, то есть мы знаем, что по карьерной лестнице рост происходит у нас один раз. Вот сделали вы определенный объем, да, у вас схлопнулось, например, 100 финансовых циклов, вы получили статус директор первого уровня, и он с вами навсегда в нашей компании. То есть это подтверждение того, что вы когда-то сделали такой объем. Но для того, чтобы этот статус приносил максимальный финансовый профит, его необходимо регулярно подтверждать. Соответственно, если вы не находитесь без какого-либо статуса, либо давно его не подтверждали, и, например, у вас в первой линии есть 10 партнеров, и каждый из этих партнеров на неделе подтвердил статус менеджер третьего уровня. Напоминаю, что это значит. Значит, у него слева и справа прошло по 20 PV, у него схлопнулось 20 финансовых циклов, и он заработал $600. Как вам история для новичков? $600 за неделю – это более чем достойный доход. Взяв среднестатистическую зарплату по России, это среднемесячная зарплата. Так вот здесь ваш новичок, ваш партнер любой за неделю заработал $600 по командному бонусу. Что таким образом происходит? 10 ваших партнеров суммарно по командному бонусу заработали $6000, и вы как лидер структуры, как куратор прямой этих партнеров, получаете 10%, и ваш пассивный доход составляет $600. То есть 10% от их объема. Поставьте шестерочки, кому понятна эта история. На первой линии все ваши лично приглашенные, или один ваш лично приглашенный, неважно, если он заработал по бинару $600, вы получили 60. Угу, шестерочка одна есть, вторая есть, отлично. Понимание есть. Что же происходит дальше? Почему я говорил, что статус регионального менеджера – это очень важная тоже история, которая открывает финансовые возможности дополнительно в нашей компании? Если вы закрыли, не если, а когда вы закрыли статус регионального менеджера или же подтвердили статус регионального менеджера, ребят, сейчас внимание, как эта история работает. На этой неделе вы закрыли или подтвердили статусы, в течение следующей финансовой недели вы начинаете получать лидерский бонус не только с вашей первой линии, с ваших лично приглашенных, но также и со второй линии. То есть ваши личники, 10 человек, у них, допустим, тоже по 10 человек в команде. Вот вы начинаете забирать лидерский бонус и с первой глубины, и со второй. Таким образом, у вас на второй линии 100 партнеров. Допустим, каждый из них закрыл статус менеджер третьего уровня, заработал по $600. Суммарный доход вашей команды получился $66000. Ну или давайте только там вторую линию возьмем, $60000. Вы на пассиве получаете лидерский бонус $6000. Понимаем, да, это 100 раз по 60 баксов. Как вам такая математика? На мой взгляд, она очень крутая, и это неимоверный кайф, когда ты сидишь или утром, как правило, просыпаешься и видишь, что у тебя 60-60-60-60, вот эта история, когда кто-то из твоих партнеров работал на закрытие статуса. Это очень крутая история.
И по этой же аналогии, по этому же принципу работает статус директора первого уровня. У этого статуса есть еще целый ряд преимуществ, привилегий, финансовых возможностей. О них поговорим далее. Но в рамках лидерова, да, в рамках линейного бизнеса этого точно нету нигде. Соответственно, в рамках лидерского бонуса статус директор первого уровня дает возможность получения лидерского бонуса с трех уровней. То есть это ваш лично приглашенный Вася. Вася пригласил Катю, Катя пригласила Петю. Соответственно, лидерский бонус вы получаете из Васи, Кати, Петя. То есть с трех уровней. Если разбирать математику, я математик до мозга костей, наш бизнес без математики, мне кажется, он невозможен. Соответственно, статус директора первого уровня дает возможность получения с трех уровней. Допустим, если у вас 10 партнеров, у них 100, у этих 100, у каждого тоже по 10, и вы научите команду работать в этой динамике, еженедельное подтверждение статуса менеджера третьего уровня, таким образом, суммарный доход вашей третьей глубины может составить 600 тысяч долларов, и ваш лидерский бонус составит 60 тысяч долларов. Обращаю внимание, что здесь нету никаких ограничений. Мы с вами знаем про ограничения по бинару, по командному бонусу. Это 50 тысяч долларов в неделю. Знаю людей, кого этот потолок очень сильно расстраивает. Он говорит, ну блин, как бы что-то маловато. Аппетит приходит во время еды. Могу вам сказать всем это на 100%. Соответственно, то по вот этому виду дохода никаких ограничений нет. Потому что это заложено в математику нашего бизнеса. И обращаю ваше внимание, глубина получения лидерского бонуса со второго и третьего уровня действует в течение следующей финансовой недели после закрытия и подтверждения статуса. То есть смотрите, еще раз, я директор, я закрыл директора, красавчик, корону на голову себе одел, прошла неделя, статус остался, деньги не остались по лидерскому бонусу. Да, для того, чтобы прогребать лидерский бонус со всех трех уровней, статус директора первого уровня или выше, необходимо подтверждать еженедельно. И тогда вы получаете максимальные финансовые возможности в партнерстве с нашей компанией. Идем дальше. Идем дальше. Продолжаем про деньги. Продолжаем про деньги. Мы с вами поговорили про статус регионального менеджера, поговорили про статус директора первого уровня. Статус директора – это, наверное, самый главный статус, который есть в нашей компании, и его необходимо открыть, получить как можно раньше в нашем бизнесе. Сейчас не буду углубляться в принципы, как работает директор первого уровня с точки зрения маркетинг-плана по командному бонусу, но постараюсь объяснить. Статус директора, он открывает полные возможности нашего маркетинг-плана. Если тезисно, что происходит? Происходит три очень важных пункта. У вас, как у партнеров, открываются дополнительные директорские отделы продаж или же ветки. Их кто как называет. Соответственно, мы понимаем... В нашем понимании есть левый отдел продаж и есть правый отдел продаж. С того момента, как вы закрыли статус директор первого уровня, у вас появляются еще две внутренние ноги и дополнительные счетчики. Что вам это дает? Второй пункт. Это удваивает ваш доход по командному бонусу. Это ключевые слова. Все статусы дают определенные преимущества и привилегии, но статус закрытия статуса директора первого уровня ровно удваивает ваш доход по командному бонусу. Если на пальцах, что происходит? Когда в вашей команде появляется партнер на пакете VIP, к вам приходит не 20 PV, а 40. То есть у вас откладывается в директорском счетчике и откладывается в том счетчике, который вам привычен. С одной сделки приходят не 20, а 40. И у вас появляется возможность закрывать или же подтверждать статус в два раза легче. Напишите сейчас, сколько необходимо финансовых циклов для закрытия директора первого уровня. Напишите финансовых циклов сколько и свой комментарий. Это сделать легко или... Надо поработать.
100 финансовых циклов, 100 финансовых циклов. Николай, вникаем. 100 финансовых циклов необходимо для закрытия статуса директора. Одному сложно. 100 поработать нужно. Поработать надо всегда. Отлично. 100 финансовых циклов. Верно. Поработать. Поработать надо. Отлично. Смотрите, а как вам история, чтобы на подтверждение статуса директора первого уровня у вас ушло в два раза меньше сил и вашей энергии? Мне кажется, это отличная идея, я ей очень активно пользуюсь. В прошлом спринте было лидерское промо, да, компания периодически делает промо, об этом тоже чуть-чуть попозже мы поговорим. Необходимо было закрыть статус директор первого уровня три раза. И вот, соответственно, в обычном понимании лидеры, партнеры, у кого уже имеется определенная команда, когда у вас есть с одной стороны 100 PV накопленных, для того, чтобы закрыть директор первого уровня, вам нужно за одну неделю, с другой стороны, чтобы прошел объем в 5 VIP-пакетов. Неважно, где, как, у кого и так далее, просто с одной стороны 5 VIP-пакетов. Но когда вы имеете уже закрытый статус директор первого уровня, и у вас сформировался определенный объем предварительно, для того, чтобы подтвердить этот статус, вам необходимо всего лишь 2 VIP-пакета и 1 премиум, то бишь суммарно 50 PV вам дадут 100 финансовых циклов. И еще одна математическая история. Статус директор первого уровня дает возможность с одной сделки, с одной личной сделки зарабатывать $2200, с одной сделки вашей команды зарабатывать $1200. Как вам такая история? Сейчас понимаем, да, если у вас где-то партнер, там с одной стороны у вас набрался объем PV, у вас партнер регистрирует кого-то, у вас приходит $600 дохода, а будет приходить 1200. То есть это скорость в бизнесе, скорость роста, скорость зарабатывания денег и простота закрытия статусов. И логично, что все другие статусы, которые требуют по 500 финансовых циклов, по 1000 финансовых циклов в рамках одной недели, делим на 2. И понятно, для того, чтобы закрыть, например, председателя совета директоров и получить объем за неделю 500 финансовых циклов, можно сделать товарооборот на 250 PV в директорской ноге. Вот такая вот история, ребят. Вот такая история. Далее, давайте по математике, ребят, по 10-бальной шкале напишите, пожалуйста, кому понятно, как работает вот эта история карьерной лестницы, и самое главное, зачем она нужна. Десяточки, если прям провалилась, ну там троечки, пятерочки, если не до конца понятно. Есть не до конца понятно. По принципу, как работают директорские ноги, как работает статус директора, вы можете обратиться или к своему куратору, к нему прийти, сказать: дружище, все, я созрел, Валера сказал, что можно в два раза больше денег зарабатывать. Отлично, ребят, вижу, что у кого-то остались вопросы, как раз для вас информация. Если у вас появилось жгучее желание зарабатывать в два раза больше денег, и вы готовы на этот результат хорошенечко поработать, приходите к куратору и говорите: Вася, хочу зарабатывать в два раза больше денег, объясни мне, как работают директорские ноги, как работает директорский статус и как он будет удваивать мой доход. И куратор вам очень подробно объяснит, либо покажет лучшее, на его взгляд, обучение именно по статусу директора. Окей, продолжаем дальше. Что для меня лично еще статус в нашей компании? Это влияние. Помните, вначале спрашивал, кто хочет быть на 100% причастным к развитию продукта и так далее. Хочу вам рассказать короткую историю, свой путь развития в этой компании, в партнерстве с компанией Global Intellect Service. Я пришел в наш бизнес, за вторую неделю мне удалось реализовать 4 лицензии, компетенции было 0. Продукт был в 2, если не в 3 раза слабее, чем сейчас. На тот момент времени было 800 тысяч скачиваний на приложение UDS. Я за вторую неделю реализовал 4 лицензии, получил неимоверный кайф, и у меня начала развиваться партнерская программа, расти команда, структура. Я закрыл статус директор первого уровня, а потом сижу и что-то думаю. Привычно в найме, как бы мне продавать что-то. И я начал заниматься активно продажей продукта.
Продал его до хренилиард, по-другому не скажу. Очень много поработал с предпринимателями. Думаю, я хочу развивать прям продукт. Классная тема. Мне удалось войти в департамент по развитию продукта, то есть мои результаты увидела и оценила компания. Я от этой истории кайфанул, и в какой-то момент ко мне пришло другое осознание, что с точки зрения вклада в развитие продукта и в развитие самой компании на международном уровне, мой вклад-то на самом деле вот такой. Почему? Потому что я сам себя превратил в крутого продавца. У меня потрясающий навык проведения переговоров, очень высокая конверсия, но, да, образно, там порядка 55 лицензий лично продано, да, сколько-то я продал, и понял, что если в какой-то момент времени я захочу пойти в отпуск, куда-то кайфануть, я в Сочи живу, очень хочется на море иногда дойти, вот, то компания в глобальном ее масштабе, она теряет очень крутого продавца и определенную динамику, да, в продвижении, развитии продукта. И понял, что, ну, в одни руки нифига я не заберу. Ничего я не заберу. И вот именно построение команды и статуса, вот эта вот динамика, она дает возможность очень существенной скорости роста и развития продукта. То есть в одни руки можно 50, но если я сформирую команду, допустим, в 1000 или в 2000 партнеров, в рамках года продуктовые показатели могут быть кратно выше. И, соответственно, вот так вот мое мышление, оно, в принципе, перестроилось, да, что нужно обязательно грести двумя веслами. Вижу огромное количество примеров в нашей компании, кто, ну, не протормозил, как я в свое время. Например, мои кураторы. Вот, за что я безумно благодарен. Соответственно, статус также дает вам возможность принимать и иметь определенное влияние на то, как развивается компания. В компании есть два департамента, то есть два органа, которые осуществляют, по сути, управление, ну не то, что управление компанией, которые определяют вектор развития, помогают компании в определении вектора развития. Это департамент по развитию продукта. Там мы собираемся, обсуждаем, да, что будет, как будет, какие есть задачи и так далее. И также есть департамент масштабирования бизнеса. Этот департамент уже занимается, наверное, другими задачами. Там возникают вопросы, а как сделать так, чтобы мы были во всем мире? А как сделать так, чтобы мы росли намного быстрее? А как сделать так, чтобы мы росли намного качественнее? И вот те партнеры, у которых есть действительно амбиция быть причастным и участвовать в принятии решений тех или иных, а как развивается компания, я знаю точно, что у нас в команде очень много таких людей. Так вот, история со статусами, она также принципиально важна. В департамент масштабирования бизнеса входят партнеры в статусе ПСД, председатель совета директоров и выше. Есть конкретные регламенты, требования к партнерам для попадания в департамент по масштабированию бизнеса. Полный перечень их озвучивать не буду, это все более чем достижимо. Более реально, соответственно, полный перечень этих условий вы можете узнать у своего куратора. То есть у кого есть внутри эта амбиция, также приходите к куратору и говорите: Вася, дружище, я хочу в два раза больше денег зарабатывать и хочу принимать участие в обсуждениях, а как будет развиваться компания, куда будет расти, и хочу быть в департаменте по масштабированию бизнеса. Ваш куратор вам подробненько ответит на все эти вопросы. Окей. Ну, идем дальше. Дальше это, наверное, уже про кайфушки и про саморазвитие. Про саморазвитие. Кто успел посмотреть ролик в самом начале нашего вебинара, там маленький кусочек есть, где говорил я, и как раз там был акцент на саморазвитие и на личностный рост. Вижу по себе, вижу по своей команде, я смотрю на те фотографии парня, который 4 года назад пришел в партнерство с компанией, всю жизнь отработал в найме и в западных компаниях, в российских компаниях, были какие-то тренинги, было какое-то обучение, но 100% в найме никто не заинтересован, чтобы сотрудник рос и очень сильно развивался. То есть меня в найме всегда обучали какой-то узкой компетенции, то есть там научили в Excel таблички делать, научили там одно, научили другое, научили где-то, может быть, там переговоры проводить, как лицо компании представлять и так далее. Но эта история никогда не давала роста масштабу личности.
масштабы личности. Вот в партнерстве с компанией Global Intellect Service я это для себя однозначно получил. В нашей компании есть отдых и обучение за счет компании Global Intellect Service. Это потрясающее удовольствие. В рамках года да мы очень много путешествуем, мы очень много ездим вместе, у нас проходят разные обучения. Обучение для партнеров, которые находятся на разном этапе развития в нашей компании. Почему я говорил, есть важное, есть обучение для партнеров в статусе вот менеджера третьего уровня. Это действительно важный статус, это показатель первичного навыка, да, показатель первично приобретенного навыка. То есть закрыл статус, значит, у тебя есть команда, значит, ты прокачал определенный скилл. И для вот этих партнеров есть первое базовое обучение, которое позволяет более масштабно смотреть на эту историю. Есть мероприятия, на которые есть квалификационные требования, это статус регионального менеджера. Почему это происходит? То есть на каждом этапе слона нужно есть по кусочкам. И все знания, все навыки, они слоями. Они накладываются потихоньку, потихоньку, потихоньку. Так вот, если смотреть на те фотографии парня 4 года назад, который пришел в компанию, корона, амбиции, знаемые и так далее, это был принципиально другой человек, нежели сейчас. Соответственно, так вот, в зависимости от статуса, от достижения, от тех результатов, которые партнер делает, он получает доступы на разного уровня обучения, и в том числе партнер получает возможность путешествовать, и путешествовать самое приятное за счет компании. Давайте разбираться, как работает эта история. Хочу вам сначала показать еще один ролик, как мы тусанули и отдохнули совсем недавно в Турции, ой, в Калининграде. Так, одна секунда, я все-таки обязательно его... Одна секунда, все-таки обязательно хочу вам показать этот ролик. Поехали! Вот он. Вот такая вот история. Кнопки я периодически от кайфа путаю. Поставьте 3 семерочки, кому понравилось, кто хочет также кайфануть. Ребята, это неимоверные просто ощущения, эмоции, адреналин. У нас вот совсем недавно была лидерская поездка в Калининград с составом топ-лидеров, директорами. Мы собрались... Как мы сжиганули, как мы тусанули. Вот маленький кусочек удалось показать в этом ролике. Ребята, это было феерично. Помимо кайфа путешествия, новых открытий, там также было и обучение от Вячеслава Ушенина. Это такие эмоции. Вот мне сейчас сложно говорить, у меня улыбка, она просто распирает. Это такой кайф, что просто караул. Так, возвращаемся к презентации. Я не мог с вами не поделиться этим роликом. Это действительно очень-очень круто. Кто хочет также путешествовать с нашей большой дружной командой и тусовкой? Давайте смотреть, что нас с вами ждет дальше. Ребят, поставьте, пожалуйста, 5, если виден слайд. Виден слайд с Турцией. Окей, отлично.
Смотрите, что дальше, соответственно, почему я показываю это сейчас в разрезе истории с карьерной лестницей. Компания в рамках года устраивает очень много обучений и очень много поездок. Есть некоторые из них ключевые регулярно. Так вот, в ближайшее время, 16 по 19 октября, это уже вот по сути через месяц, нас с вами ожидает регулярный осенний выезд в Турцию. Мы будем отдыхать в шикарнейшем отеле пятизвездочном Корнелия Делюкс. Лично я буду в этом отеле, по-моему, с 10 до 20 октября. С 11 или с 10 октября до 20, то есть я приеду, отдохну, наполнюсь энергией, хорошенечко пообщаюсь с партнерами, поучусь и, соответственно, с новой энергией, зарядом бодрости с 20 числа поеду и начну активно работать на следующее мероприятие вот с этим позитивом. Так вот, почему сейчас говорю о Турции? В Турции будет это общее мероприятие, туда можно приглашать гостей, это тусовка, туда соберется. Там соберется, ну, порядка 500 партнеров, я думаю, не меньше, а то и больше. Мы там будем общаться, там будет блок выступления администрации компании, будет общий блок выступления Вячеслава Ушенина. Это возможность погрузиться в наше сообщество и лично вживую пообщаться со всеми лидерами, топ-лидерами компании и так далее. И в том числе на этом мероприятии, вот на 3 дня у нас арендован уже шикарнейший конференц-зал, который будет доступен для нас вроде, ну, если мне память не изменяет, круглосуточно. То есть будет много, очень много общения, знакомств, энергии и так далее. И в том числе на этом мероприятии в Турции будет закрытое квалификационное обучение от Вячеслава Ушенина для партнеров статусом от регионального менеджера и выше. И очень важно закрыть или же подтвердить этот статус в рамках текущего действующего спринта. А мы помним, спринт у нас начался буквально месяц назад. Вот те партнеры, которые за этот период времени, у нас еще в запасе есть целый месяц, это очень много, помним, да, я на старте в этом бизнесе всего через 1,5 месяца закрыл статус директора. Это реально более чем. Вот, все, кто успеют закрыть или же подтвердить статус регионального менеджера, попадут на закрытое обучение от Вячеслава Ушенина. Наверное, рассказывать, что это такое, ну, никому не стоит. Мы понимаем, да, SEO-компания – это тот человек, который в своей жизни закрыл все базовые потребности, не базовые, уже очень давно, а Вячеслав Ушенин молодой, энергичный, амбициозный. Окей, да, про характеристики. Это человек с большой буквы для меня. И это тот человек, у которого точно есть чему поучиться. Если его результат кратно выше моего, на сегодняшний день мне точно нужно его послушать. И есть что услышать и взять для себя. Поэтому, кто хочет, вот в нашей поездке в Калининграде было обучение от Вячеслава. Знаете, что оно мне дало? Вроде мы живем, вот смотрим налево, направо, вверх, вниз, и у нас есть определенная картина мира. И вот после этого обучения для меня мир расширился в 1000 раз. В 1000 раз. Вот я просто смотрю туда же налево-направо, и я вижу намного больше возможностей, намного больше каких-то моментов, и вот история подсвечивается мне совсем по-другому. То есть это дает не только энергию, но это дает видение, и это сильно увеличивает масштаб моей личности. Масштаб моей личности, а это впоследствии меняет и образ жизни, формат жизни, окружение, это дает очень много. Поэтому буквально через месяц есть возможность попасть на закрытое обучение от Вячеслава Ушенина. Это будет феерично, 100%. Окей. Далее. Брюки превращаются. И, конечно же, соответственно, что нас ждет дальше? По завершению текущего спринта, сейчас мы ездили в Калининград, по завершению текущего спринта будет лидерская поездка в Дубай. В феврале 2022 года. То есть у нас с вами в начале февраля, по-моему, 6-7 будут проходить итоги года в Москве, в Крокус Сити Холл. Потрясающее тоже мероприятие. И сразу после итогов года всем лидерским составом, то есть составом тех партнеров, которые сделали здесь результат, которые стали победителями себя, примером для своей команды, стали теми людьми, кто заработал очень хорошие деньги в этом бизнесе, имеют стабильный регулярный чек, мы собираемся
едем в Дубай. Программа в Дубае будет, ну, шикарнейшая. Она будет, ну, стопудово еще лучше, чем в Калининграде. То есть мы всегда растем, развиваемся. Там будет энергии просто колоссальнейшее количество. Так вот, для попадания в эту лидерскую поездку есть определенная промо, квалификация, требования, как угодно это можно называть. Так вот, для того, чтобы получить приглашение в эту поездку и получить возможность находиться в этом окружении, общаться с топ-лидерами, самому стать лидером, топ-лидером, да, каждый сам выбирает свой путь. Так вот, для того, чтобы получить приглашение, необходимо за спринт, за текущий спринт хотя бы один раз закрыть или же подтвердить статус директора первого уровня. Я это уже сделал. По-моему, две или три недели назад в текущем спринте я уже подтвердил статус директора первого уровня. В Калининград я, кстати, ездил за счет компании, там было требование для получения компенсации и путешествия за счет компании необходимо было закрыть или подтвердить статус директора 3 раза. Я это сделал, вот в Калининград я ездил за счет компании, я получил лидерский бонус travel бонус от компании в $1500. Хватило прям более чем на хорошенько тусануть и отдохнуть. Соответственно, в Дубай промо следующее. Один раз директор первого уровня – это приглашение. 3 раза, если вы подтверждаете статус директора в рамках спринта, вы получаете компенсацию в $1500. То есть закрыли статус, приехали в Дубай, прошли обучение, и в этот момент времени вам будет начислен бонус. Travel бонус. Шикарная история. За подтверждение статус директор первого уровня 4 раза получаете компенсацию $2000. И за подтверждение статус директор первого уровня в рамках полугода 6 месяцев 5 раз вы получаете компенсацию $2500. Для тех, кто хочет прям признание еще больше и так далее, можно либо 5 раз подтвердить статус директора первого уровня, либо же закрыть или подтвердить статус председатель совета директоров. Это 500 финансовых циклов в рамках одной финансовой недели, либо 1000 накопительным итогом. Там, кстати, был вопрос, сейчас оставлю пару минут на ответ на вопросы. Вот такая вот история. Вот такая вот история. Ну и, наверное, ключевой вопрос, а как же это сделать? Понятно, много говорят, у меня всегда был вопрос, окей, понятно, а как? А как? Дайте мне волшебную пилюлю. Ребят, ответ очень простой. Ответ максимально простой. 4 года нахожусь в этом бизнесе, и вот она, волшебная пилюля. Для того, чтобы закрывать статусы, для того, чтобы... Окей, сейчас, если успеем, отвечу на вопрос. Для того, чтобы закрывать статусы, для того, чтобы быть с регулярным чеком, с высоким чеком, с растущим чеком. Первое. Будь сам всегда в ритме финансовой недели. То есть, знаете, есть привычка, там за месяц мне надо что-то там как-то заработать, все разные истории я часто слышу, закрыл сделку и все, сижу. Или сижу, коплю. Ребят, прелесть и преимущество карьерной лестницы – это вырабатывание навыка быть в постоянном ритме. Держи эту динамику всегда, каждую неделю, да, вот в 10 утра суббота заканчивается финансовая неделя, в четверг, в пятницу, ничего не откладывай, просто работай на ритм, вырабатывай навык. Сначала регулярно М3, потом у тебя регулярно начнет закрываться региональный менеджер, потом, передав этот навык, компетенцию команде, твой статус как лидер, он будет постоянно расти уже и без твоего участия. И не только статус, и твой чек соразмерно. Понимаем, закрыл статус директора, это равно ты заработал $3000 минимум. Вот. Поэтому будь сам в ритме финансовой недели и научи этому свою команду. Научи команду, покажи команде вот эти ценности. А зачем это нужно? Это привычка, это динамика. Не сидеть от зарплаты до зарплаты, да, ждать месяц, а просто каждую неделю по 600, по 1200, по $3000, по $5000. И так далее. То есть первое, делай сам. Второе, научи команду запускать партнеров и еженедельно подтверждать статус менеджер третьего уровня. Через маленькие статусы в твоей команде закрываются большие статусы и твоим лидерам, и тебе, и твоим кураторам. Ребят, на этом у меня все. Благодарю всех за внимание. Давайте буквально 2 минуты на вопросы, если таковые остались. Запись выключаю. Да.